набрал 86 баллов. Ну что это, он накатал на 86 баллов, да? Ну это давайте сейчас посмотрим, знаете чего, знаете что, давайте сейчас посмотрим те компоненты, которые будут ставить его соперником, а главное вот этому парню. Потому что по компонентам Кевин Рейнольдс никогда особо не получал. Вы видите Seasons Best 78-34, да? Но с другой стороны, Канада. Канада в Канаде. Канада. Ну, вот я поэтому, да, поэтому 78 это еще не показатель. Конечно, не показатель. Тем более, что у Рейнольдса была так себе короткая программа на турнире четырех континентов. Он шестое место, между прочим, после короткой занимал. Зато в произвольно отыграл все. Ну и Фернандес тоже уже в этом сезоне это показывал. Это тоже сальто. Его любимый четверка. Да. Есть. И три есть. У меня было ощущение, что он 4 по 3 сделал. 4 на сальто, тогда это было чисто 2 элемента. Золотой лоск появился у парня после победы на 4 континента. Большая ошибка на выезде. Тулуп тройной. Расположение в либеле. Натянутые ноги, развернутые. Положение в кольце. Такое ощущение, что только в 22 года Кевин Рейнольдс понял, чего хотят судьи от него. Потому что все эти сезоны, он давно прыгает четверные, и два четверных прыгал. Но он настолько был какой-то весь разболтанный, несобранный. Вот он понял, что если соберешь все вместе, почувствует вкус победы. Вот этот вкус победы он почувствовал, и сейчас этот вкус его не покидает. Я думаю, что еще долгие годы не будет покидать. А потом вот это обожание публики, видите, она его обожала, но... Так частями, знаете, а сейчас она обожает его полностью. Она так здесь обожает, здесь да, обожает, да. Вот часть программы обожает, короткую, а часть не обожает, да. Вот, а здесь, видите, как все сложилось вместе, целиком программа стала смотреться по-другому. Он же помнит провалы по программе. Кто начал программу хорошо отпрыгивать, да. Вращение плохо, кто дорожка, там какие-то провалы были. Ну, а на сейчас... чемпионате мира в 2011 году вообще занял 20 место. Там такой был у него провал. Ну, такой, как видите, вообще не обожаю. Неорганизованный, так в прическе огонек, рыженький. Симпатичный парень, чем всегда веселый. Уголек. Мне очень нравится, знаете, его хореография нравится. Она очень какая-то необычная. И вот, и вообще мне нравится хореография, когда она исходит из самого спортсмена. Вот видно, когда человек... Научено, когда исходит из самого спортсмена. Вот у него, мне кажется,
в большей степени исходит от него самого. Смотрите, Сарков какой чистый, аккуратненький. Оп, да. Ну да, выезд немножко там был. С недокрутиком. С небольшим недокрутиком, да. Он даже был почище. Он даже, видите, смотрит на лед, смотрит, проверяет, сам был докрут. Но нет, от этого зависит, как ему исполнять следующие прыжки. Так, ну, видите. Джон Маклеод. Тренирует. Тренакси, ну это чисто, да. Держал, да, немножко. Держал. Шейлин Бурн, хореограф, постановщик короткой программы, и Кенни Миямото, постановщик производства. У него еще такая беда преследовала предыдущие сезоны, недокруты, да? Но на самом деле то же самое, как с Мавасадой, потому что если Мавасаде засчитывать все ее недокруты и жестко судить Мавасаду, то да, там от технической оценки мало что останется. Ну, я так преувеличиваю, конечно. Ну, вот, недокруты. Чуть-чуть я так... Недокруты, это... Драматизм добавляю. Недокруты, это и есть эта небрежность, которую говорили. Вот он подумал, надо докручивать. Стал докручивать, видите, такой результат. 85. Ух ты, 85. Ничего себе, 85-16. Но это нужно, что? Нужно отметить, что 37-47 мы поставили по компонентам. Это на 3 балла меньше, чем за компонентом. Он обгонял Фернандеса. Ага. Да, но зато по технике, конечно, чуть-чуть прикрыли глаза судьи, мне кажется, на весь его прокат.